Жил бомжик Корж, его брат бомжик Компот. Сегодня я в коробке сплю. И их сестренка бомжиха Карамелька. Пацаны, я тут голубя поймала. Коржик, Карамелька и Компот. Три бомжа. Подпишись на канал, нас за это кормят. Игра в кальмара. Как-то раз, обычным летним днем, наши коты случайно нашли телефон. Эй, пацаны, вылазьте. Смотрите, что нашла. Позвони по какому номеру. Узнаем, чей телефон. Может, пожрать дадут. Странно. Ну, тут только один номер. Короче, я звоню. Алло, Вася, это ты? Какой Вася? Я Карамель. Мы тут телефон на мусорке нашли. Вернем, если это не Тингорские этикеты, и помыться. А, это кошары. Я хочу предложить сыграть вам в игру. И если вы сможете победить, вас ждут горы вискас и лоток чистый под гоню. И что нужно делать? За углом дома вас ждет машина. Прыгайте в нее, она увезет вас в нужное место. Ну все, по лапам. Сейчас мы выезжаем. Алло, вставайте. Че разлеглись? Я, короче, посмотрела пару забегов. Нам нужно перебежать эту линию. И у меня есть идея, что кошки умеют лучше всего. Ссать в тапки. Фу. Компот, тебя что так в тачке укачало? Копать. Корж, копай проход на ту сторону, а мы пока отвлекаем. Как только переберемся, я и точно все тапки обоссу. Эй, платье, на британский флаг порву. О, Корж, ты все? Погнали. Ну, приветики, китаец. Вот так-то лучше.